Всех приветствую, дамы и господа, мы вновь на GG-дропе на одном из самых окупаемых сайтов по кейсам CSGO. Баланс 10 тысяч, проверяем все актуальные кейсы, открываем бесплатные, открываем самые дорогие кейсы, ищем какой окупной. Все это я выношу на экран, вы все это видите, заходите, окупаетесь и кайфуете. Обязательно перед началом попрошу тебя поставить царский лайкосик, потому что сейчас мы будем открывать все вот эти кейсы, и это очень и очень круто. Не забывай, что если ты зайдешь на сайт и захочешь пополнить этот сайт, ты можешь нажать плюс и использовать мой промокод PRDGG плюс 11% на абсолютно любую сумму. Всегда, абсолютно всегда ты будешь получать вот такой вот очень большой и крутой бонус. Пополняя на 1000 рублей, ты получишь плюс 110. И да, ты скажешь, мало, но это самый рабочий и самый большой промокод. Помимо того, что он дает 11%, он дает мою удачу. Также ты можешь зайти в барабан бонусов, ввести кодик и закрутить его. Здесь выпадет еще какая-нибудь прикольная штучка в виде там кейса пополнения, как сейчас. Бесплатный скин, процентное пополнение, и все это совершенно бесплатно. Поэтому залетайте, кайфуйте. А мы знаете, что будем делать? Сейчас я хочу начать это открытие с кейса VIP Colors. Их добавили не так давно. Это очень крутая линейка, которой нужно воспользоваться. Красный, желтый, синий, зеленый и черно-белый. То есть мы можем сразу зайти и попробовать крутануть черно-белый сет. Но я не знаю, стоит ли начинать с него, потому что, блин, пацаны, это круто. И стоит это очень дорого. Но давайте попробуем с красного. Все-таки красный — это очень крутой цвет. Плюс МК Хотрод, Вой, Рентген. Все это надо нам. Поехали. Быстрое открытие. Тут еще Gold Rush падает. Извините за то, что я икаю, ребят. Просто... прикинь, Вой и Адское Пламя. Я не знаю. 2200. Можно, конечно, попробовать все это догнать через апгрейд. Ну ладно. Не повезло, так не повезло. Пойдем в желтый. Попробуем желтый сет. Здесь плюс-минус то же самая ситуация, только здесь желтый сетик. И золотая спираль может быть. Если это прямо с завода. Да, это прямо с завода. Балдеж. 7700. Очень хорошо. На 1100 рублей нас окупил этот кейс. Может, попробуем его еще раз? Или знаешь, вот по традиции нужно идти дальше. Если открыли красный, не повезло. Желтый. Ну, можно сказать, повезло. Да, синий. Блин, я даже не знаю. Амфибия у меня есть. Ребятки, сколько она стоит? Мама, не горюй. Гунгнир здесь лежит. Посейдон. Господи, я не знаю, что за сцены. Но давайте газу. Давайте полный газ. Ребят, 7700. Ну, если это прямо завода, это точно дороже, чем 8. Сюда! 17? Так, стоять. Подождите. Я, кажется, нашел самые лучшие кейсы на GG-дропе. Да, ребят, нас не окупила красная коллекция. Но желтая, синяя, извините меня. И знаешь, как будто он разгоняется. Если желтая купил на косарь, синяя купил на 10 тысяч, а зеленый чел купит на 20. Из того, что здесь есть в этом кейсе, у меня ледяной уголь, у меня огненный змей распространяется. Больше у меня ничего нету. Я не сильно фанат зеленого, но, допустим, дикий лотос зеленый я бы себе очень сильно хотел. Давайте попробуем. 8000 рублей. Закручиваем его. Ребятки, мы сейчас просто плюс 10к подняли. Не знаю, прямо с завода, возможно, стартрековская. Я думал, сольет. Я думал, сольет, поэтому ничего страшного. Да, 7800. Да, минус 1000 рублей. Но вот это распространение, оно могло стоить на 2-3 тысячи меньше. То есть, ну, 5000. И все, мы бы с лили. А так, пожалуйста, переходим в черно-белый. И, блин, вот сильно нравится мне этот кейс, потому что у меня все почти есть. Поток информации, азимов, поток информации, вулкан. У меня все это есть. Знаете, пацаны, в чем проблема этого кейса? В том, что если он не окупает, он стоит 10 тысяч рублей, и мы просто вот так бам, и все потеряли. Вот в этом может быть проблема. Но 16 759 я начинаю открывать. Я надеюсь, блин, я просто надеюсь, что сейчас нас окупит. Вулкан. Вулкан было бы намного лучше. Я не уверен. Я не... Ну, 5900. Но 5900. И по итогу мы вернулись почти туда, куда мы и пришли. 12700. Не знаю, стоит открывать этот кейс еще раз или нет. Блин, потеряли. Вот у нас было 20 тысяч, сейчас 12. И из-за этого только обидно. Потому что мы могли остановиться. Но в любом случае он может окупить. Он может окупить. Поток 1006 это стоит. 14? Это какой-то стартрековский. У меня были азимовые, они 5, 4, 6. Да, у меня, по-моему, есть за 6 тысяч. Но 14, дядь, это очень круто. Я бы даже, знаешь, что сделал? Я бы пошел просто в апгрейдик его закинул до 20 тысяч рублей. Это было бы вообще круто. Чисто 59% и 20-ку на вывод. Чисто, знаешь, такой коротенький ролик с 10 тысяч до 20 тысяч.
тысяч. Как вам такое? Сделаем 16 тысяч. А давай попробуем, знаешь, что сделать? Мы сделаем по-другому. Мы это все продадим. У нас будет 16 тысяч. И пошли откроем один раз премиум кейс за 10 тысяч рублей. Может быть, выпадут спины. И мы сейчас покрутим 3 раза кейс. Такое тоже может быть. Есть великая вероятность, что мы все сольем. Но я оптимист. Я не верю в это. Нет! Да, мы слили. 5. Бестолочь на предаторе. Какая же я бестолочь? Ну ничего страшного. 12 тысяч есть? Есть. Небольшой плюс есть? Есть. Давайте откроем бесплатные кейсы. Посмотрим, что нам выпадет с них. Не забывайте, ребятки, когда вы заходите, открывать бесплатные кейсы. Это очень крутая тема, которая, ну, позволяет тебе просто заработать скины. Вот мы типа пооткрывали, у нас плюсик. Зашли, продали бесплатные. 15 тысяч. Плюс 5 тысяч. Я считаю, это нормально, поэтому можно зафиналить. Кейсы окупают, все хорошо. Ну и, конечно, попрошу тебя, пожалуйста, поставить царский лайкосик прямо сейчас. Не забывай нажать плюс и ввести промокод PRDGG. Плюс 11% на абсолютно любую сумму. Всегда ты будешь получать. Ну а на связи был, как обычно, я, Предатор. До новых встреч. До завтра.